Вы говорили в презентации о факторах по снижению надежности. Вот. Я хотел бы, то есть порекомендовал вам добавить туда один пункт. Это управление. То есть неправильное управление всем энергосектором. То есть эффективное должно быть управление. Я думаю, что если мы все вместе мы понимаем, что состояние энергосистемы на самом деле очень, ну, чрезвычайно. Нужно что-то делать. Нужно что-то делать, если вы, энергетики, сами изначально будете показывать ваши действия на изменение ситуации. Население будет вас поддерживать. Если будете просто отписываться, и, ну, а те коррупционные схемы будут оставаться, они все доказуемы. Вот, поэтому население будет поддерживать. Спасибо.